Всем привет, ребят. Сегодня мы будем играть с Хряком Антап, и сейчас просто небольшая вставочка, я вам объясню, что где скачать и так далее. Итак, сегодня мы будем его запускать, если что, через UQ Loader. Ссылочку на их группу я оставлю в описании. Переходите на их группу. Чтобы скачать лоудер, нажимайте просто на их сайт, вас перебрасывает на их сайт. Тут вы можете скачать сразу же лоудер, конфиги для читов, это вот чуть ниже, просто скачивайте пак. Тут показано, кто что куда поместить и так далее. И также приватные конфиги, это их группа, обратно вот так вот можете переходить. Также у них в закрепленном посте, если будет вот такой розыгрыш, сейчас его что там нету, просто потому что даже обновление лоудера сейчас будет только такое у меня. Но, в общем-то, к публикации видео у вас все будет точно так же, как у меня. Вот такой вот пост у них будет в закрепе. Вот, тут нужно всего лишь сделать несколько действий и вот призы. В общем-то, принимайте участие, если хотите. И также хотел бы сказать, ребят, то, что если у вас вдруг какие-то проблемы с этим лоудером, просто напишите им личное сообщение, это просто. Ссылку на их группу я оставлю в описании, переходите, написать сообщение и интересуйтесь них, что не так, потому что у меня под прошлым видео с Кряком Антапа, который я инжектил через UQ Loader, было относительно много комментариев, то, что якобы долгая какая-то загрузка компонентов или что-то такое. В общем-то, поинтересуйтесь у них в личных сообщениях, я уверен, они вам помогут. Так, ладно, а мы давайте приступим к инжекту. Допустим, вы уже скачали вот лоудер, запускаем его обязательно, если что, от имени администратора. И тут видим то, что он у меня быстренько вообще прогружается, то есть, ну, моментально. У вас он наверняка первый раз или не первый, несколько раз будет грузиться наверняка долго, и это нормально. Но если что, если он у вас прям совсем слишком долго грузит, правда, обратитесь к ним в личное сообщение группы ВКонтакте. Давайте быстренько пробежимся по вкладочкам, options, ну, настройки, это понятно, тут замена видео CSGO, я не знаю, что это такое, если что. А закрывает лоудер после инжекта, это, да, галочку здесь рекомендую ставить. Сменить ник вы можете, но мне это не надо, мне тут даже галочка есть, у вас такой не будет. Далее, конфиги, вы можете просто спокойненько, быстренько загрузить себе конфиг на любой чит, который здесь, на который здесь, по крайней мере, есть конфиги, да, и он у вас сразу же установится вот одним нажатием. Нажимаю просто One Tap Rage, он быстренько прогружает, я могу нажать да, но у меня просто уже есть этот файл, понимаете, мне это не надо, поэтому нет, отмена, то есть вот так вот все спокойно, быстренько можете подкачивать, если что. Также следующая вкладочка пати, здесь вы можете свой инвайт-код вот так вот помещать, понятное дело то, что здесь никаких инвайт-кодов нету, потому что этот лоудер, повторяюсь, пока что есть только у меня, да, так что здесь никаких инвайт-кодов из-за этого нету, поэтому если что, вы можете сюда помещать свой инвайт-код, отправить, и вот здесь он будет высвечиваться остальным юзерам, если что, и они смогут вас приглашать в пати, так же, как и вы их. Далее вкладочка со змейкой, ну, это вообще прикольчики, нормально, вот так вот можно в змейку играть. Так, сейчас она у меня почему-то тоже не сразу погружается, вот, на стрелочке вот так управляем, но, в общем-то, она просто тут, если что, есть, кто-то просил их, правда, они мне писали, ну, кому-то это и правда, так, ладно. Инжектор, это вы можете сами выбрать свою дейлоку, допустим, инжект своего чита, куда там рабочий стол, вот у меня есть, допустим, Аврорик, могу у нее дейлоку выбрать, открыть, нажать, и, ну, инжект там произойдет, инжект, я надеюсь, это элементарно понятно. То есть вы можете инжектить уже загруженные в него дейлоки и свои отдельно, использовать его просто как отдельный инжектор. Ну, а нам нужна вкладочка читс, у нас тут сразу предоставлены читы Undetect, которые, ну, скорее всего, то есть это просто бесплатные читы, не кряки какие-то и все такое. А вот здесь, ну, вот видим кряки, это, ну, Fatality Win кряк, OneTap.su кряк, Aimfall какой-то или Mihook, я не шарю. Но нам, по крайней мере, нужен OneTap. Тут о нем немножко написано. Вот эта команда, вот прочитайте, я вас прошу, Disable до 3D9TX, она правда нужна. Она нужна для того, чтобы у вас не багалась менюшка, чтобы она у вас не была серой и так далее. Если вы открываете менюшку, она у вас чисто серая, без кнопочек, без всего, эта команда, если что, нужна. Далее, если крашит при выстреле, зайдите во вкладочку миск, и там выключите Extended Backtrack. Если по каким-то причинам у вас вылетает, даже если вы выполнили вышеуказанные действия, поддержка вам не поможет. И вот я вам говорю, ребят, если все, что вот здесь вот указано, вам не поможет, то есть именно вы запускаете кряк, и он у вас крашит там, понимаете, просто есть люди, у которых он почему-то крашит, я сам его сейчас буду запускать первый раз и посмотрим, крашит он у меня или нет, я еще не знаю. В общем-то, если у вас все равно будет краш, тогда, ну, вот почему-то нельзя, типа, я тоже не знаю, почему мне в ЛС с этим вопросом не стоит обращаться даже. Так, ладно, мы нажимаем просто инжект, Steam у нас просто был запущен открыть, сейчас, я полагаю, он сам откроет CSGO, или так, высочилось окошко какая-то, нажимаем инжект, CSGO выключен, нужно ли мне включить, да. А ты хорош, но, в общем, ты запустил, если не запустил, запустишь ее сам как-нибудь. Ну да, я тоже так думаю. Так, да, она CSGO запустила, просто ждем теперь. Так, ну что, видим, CSGO у меня запустилось, я как бы нажимаю на insert, OneTap у меня не появляется. Возможно, нужно свернуться и нажать еще раз inject, но я типа заинжектил чит, если что, заходи на наш маркет uq.ru. Перенести мне это не надо, по крайней мере. Открываем CSGO, и да, видим, OneTap у нас заинжектился. Так, конфиги работают, нет...
Default, ну да, конфиги все у нас отображаются, менюшка тоже не серая, все хорошо. Итак, давайте сразу же загрузим какой-нибудь конфиг при вас сейчас, чтобы вы не спрашивали, какой у меня конфиг загружен. Я надеюсь, что будет рейдж, будет ХВХ, я бы хотел ХВХ поиграть по рейджу, потому что вы это просите, типа, я сам бы, ну, не против, в принципе. Но поначалу, я думаю, все-таки загрузить стоит легит конфиг какой-нибудь, но все равно с ВХ-шкой. Давайте возьмем Катана Легит. Вот, Катана Легит, в принципе, прикольный конфиг, мне нравится, давайте его и луадним. Ну, наверняка вы все знаете то, что это один из моих самых любимых, один из моих самых любимых легит конфигов для кряка. Но мы, наверное, в напарнике, да, сыграем. Я не знаю, просто в соревновательном режиме-то навряд ли сейчас будут там рейджеры, я думаю, да. Ну да, давайте напарнички, все. Ну, нет, давайте лейк уберем. Давайте уберем Реалта, нет, Коблстоун уберем мы. Мне там не нравятся ванвейщики. Также Трейн меня не особо вдохновляет. И Шордаст. Нет, все остальные можно оставить, начать. Все. Ждем, пока у нас найдется каточка. А вам я желаю приятного просмотра. Хочешь купить или продать аккаунт с любой игрой, но не знаешь где? LOL Steam Market — это место, в котором ты сможешь безопасно покупать аккаунты, не переживая за их валидность. То место, где дают 12 часов гарантии на аккаунты. То место, где самые низкие цены и товар обновляется ежедневно. Маркет автоматически проверяет все аккаунты на работоспособности и выдает после покупки 100% рабочие аккаунты. Это то место, где не нужно искать покупателей. Они уже ждут тебя на LOL Steam Market. Ссылка в описании. Так, у нас уже нашлась каточка, если что, ребята. Я вам просто решил показать, я забыл вам показать, куда помещать мои конфиги для кряка вантапа, допустим. В описании вот будут вот эти два архивчика. Rage архив с Rage настройчиком, да? И Legit архив с Legit настройчиком. В общем-то, вы поняли. Открываем просто Steam, правой кнопкой мыши, свойства, локальные файлы, просмотреть локальные файлы. И просто вот сюда вот мы закидываем все эти конфиги. То есть берем вот так вот, Legit, допустим, выбрать все. И перекидываем вот сюда. Ну, мне это не надо, потому что, видите, заменить файл в папке назначения, у меня эти конфиги уже есть. И все, и перекидывайте, если что, конфиг со скинами находится именно, вот, видим, в паке с Legit настройщиками. Все, в общем-то, я надеюсь, вам все понятно, а мы давайте переходим в CSGO. Опа, нашлась карточка Overpass, если что, это, ребята, уже вторая игра. Первую я не вставил, потому что, ну, она была просто неинтересная. Там, я думал, то, что челики играют софтом. В итоге, я не знаю, они там были легитеры, не легитеры. Я там рейдж подрубал, но в итоге изи мы их там вынесли. Там не на что смотреть, давайте Overpass. Я надеюсь, то, что тут будут рейджеры. И если не рейджер, тогда поиграем по легиту, ничего страшного. Но это буду подрубать уже не первый рейджух, потому что я просто карточки хотел сам их вывести на рейдж. В итоге нет, никто не подрубил. Вот, да, 1-3-6-0 уже. Никнейм другого ютубера, давай, все. Сейчас будем играть по рейджу. Ага, конфиг сразу же показываю, какой мы загружаем. Я хочу сейчас Люцера загрузить. Люцер. Вот и он в паке моих рейдж-конфигов. И конфигов есть, если что, ссылка на него также в описании. Видите ли, он у меня сейчас автоматически закупился. Как это отключить? Заходим во вкладочку миск вроде бы, да? И выключаем байбот. Вот видим, написано байбот. Убираем enable. И на третье лицо, просто на всякий случай скажу, в большинстве этих конфигов моих, на которые ссылка имеется в описании, я переключаюсь нажатием на колесико мыши. Но, возможно, в каких-то других конфигах, некоторых по-другому. Не знаю, посмотрим. Так, что-то меня сильно лагает, у меня сильно лагает. В антиаимах вроде бы надо фейклаги немножечко подуменьшить, да? Так, ну он пробует, я его даже забрал. Ладно, где фейклаги? Вот, фейклаги, норм лимит нет, 16 тиков выбираем до 6 максимум, насколько я знаю. Здесь тоже до 6 максимум, давайте уберем, да? Я не помню просто точно сколько, но давайте так, короче говоря, оставим, вроде бы нормально, не лагаю. Так, даже попадаем. Ну давай, с тобой попасть. Так, ну ты получаешь. Возможно, мы эту карточку даже победим. Блин, они два рейджера? Я надеюсь, да. О, да, это два рейджера, наконец-таки. Все. Сейчас будет нормальная реальная игра. Так, в общем-то, это уже второй раунд, карточка у нас началась. Надо же, он мне дропнул скаут. Я у него в прошлом раунде прошу. В общем-то, как все было? Первый раунд мы слили, ну просто потому что я купил дигл, и мы проиграли. Как-то так. Так, надо пропрыгать быстрее, пока они сюда не подошли. Они нас уже тут второй раунд подряд тут забирают. Так, мой челик, если что, из России, но он не разговаривает, потому что у него, видимо, нет микрофона. Так, давай дальше. А, нет, ну он там встал, и все, и что? И что, и все. И все, и что, и что, и все. Давай еще раз, ну пикайся же. Ну сколько с тобой можно бегать? Получаешь, и плент я поставлю. В общем-то, мой челик мне в прошлом раунде, в первый раунд мы отдали, во втором раунде он закупил скаут, а я закупил броник, и мне на скаут не хватило. И он вот здесь вот стоит со скаутом, а я вот здесь, ну прошу его, типа, дай мне скаут. И он что-то стоит там, крутится, вертится, и он же понимает, что я с рейджухой, и они оба с рейджухой. Нам надо как-то, ну, тащить, побеждать, что-то пытаться делать. Он взял сюда скаут, выкинул, я иду его забирать, и меня челики, типа, ну, задамажили, забрали. Вот так делает. Надо же повернуться, можно же было хотя бы мне его так вот отдать. Ну, ты там сейчас на фейкдаке, наверное, присядешь. Да? Так, давайте по одному, ребят, пожалуйста. Опа, да ладно. По друг другу дружно миссаем, все нормально. Опа, получаешь, дядя. Так, далее, опа, получаешь 90 хп. Все хорошо, можно пушить, я думаю. Он все равно со скаром. Давай.
Да ладно, он двоих сейчас просто забрал. А мой второй... А, нет, у них один с инваром, один непонятно с чем. Да, он забрал нас двоих. Ну, красавчик, я не знаю. Нет, наверное, я все-таки с мухой все еще побегаю, да? Я думаю, мне или авик можно закупить. Ну, давайте попробуем авик, но что-то мне кажется, я сейчас не буду проигрывать, потому что у меня практически на всех этих конфигах авики какие-то такие себе, они... Я не смотрел просто настроечки, я не сам эти конфиги настраивал, я их там просто понакачал где-то, вот и все. И то есть, я не знаю, насколько тут стоит миндамаг он, потому что, по-моему, не сразу, не с первого раза. Ведь вообще мисснул. Типа, я думал, не с первого раза забирает, а он тут вообще мисснул. А потом в голову забрал. Еще один мисс. 2 хп. Вот видите, о чем я? 2 хп, еще один мисс. Ну что за приколы? 2 хп у него, если что. Он там где-то. Возьми пистик и выбеги на него. Что-то... Тут смысла не отстоять тебе. Ну понятно, хорошо. Отдали Трант, вот видите, какая он 2 хп просто челику оставил. Вот из-за этого явики мне как не очень нравится. По крайней мере, возможно, я их просто не умею настраивать. Как-то так. Поэтому давайте пока что со скаутом, я думаю, поиграем. А потом уже, возможно, закупим и скорострелочку. Хотя, я думаю, вряд ли. Давайте на всякий случай хаешку. Все, попрыг скоколи. Кстати говоря, если у вас слишком сильно моделька лагает вообще в этом конфиге, нужно зайти во вкладочку антиаим и в норм лимит и таргет лимит убрать до шестерочки. Вот как-то так, я думаю, да. Потому что фейк-лагеры немножечко переделали его мейна, да? И они немножечко по-другому работают. Сразу же двоих забрал, прикольно. Я забрал у челика в прошлом раунде скар. Давайте попробуем поиграть с ними. Из пистиков, я думаю, да что-нибудь так пусть будет и все. Так, флешка молик, смог, хаешка, да. Все закупили, and let's go. Мы не ведем, нет, мы проигрываем. Но я уже 2 раунда взял, один против двоих. В принципе, я думаю, неплохо. Давайте дальше. Мне, в принципе, и мой челик тоже, хоть он без щитов, но он реально помогает, так скажем. Но 3 хп, но 3 хп, нормально, окей. Пойдет, пойдет. Так, давайте им хаешку закинь туда. Опа. И молик. Нет, молик я уже не успею. Окей, давай. Получаешь. И плент я успею, да. Последний раунд первой половины. Ну давай. Хаешку докупаем. Все, у меня, в принципе, все остальное закуплено. Ну, можно, кстати, все до конца прям закупить и взять береты. Пусть они и будут. Все, let's go. Так, еще. А, он подрубил уже, что ли? Он говорит. А, не-не-не, он же сказал, у него именно ХВХ читов нет. Походу, он просто на них включил, типа, и вот и все. У него он с каким-то леги читом играет, наверное. Так, с мачком-то мы закроем, это вообще изи. Ты что тут думал? Давай. Да ладно. А, да ладно, он хаешкой меня вообще не дамажил. Окей, ничего, нормально. Так, давай. Получаешь. А вот этому как выходить-то на него-то, я не знаю даже. Ну да, я его вообще не флешил, вообще флешку не так кинул. Ну давай, подходи, дядя. Ну ладно, хочешь хаешку, давай хаешку. Будешь? Опа, сразу пикнул. Давай. Давай, выходи, что ты боишься, получаешь в голову. Я, кстати говоря, не знаю, с чем они играют. Там вроде было у одного клантек имвар, но его же можно сделать и с фантапом, с тем же самым. Ну, типа, без разницы, я вот этот клантек имвар можно в любом числе поставить, правильно? Поэтому я не знаю, возможно, саве, возможно, не саве. Что нам закупить? Вот здесь вот я не знаю. Мне кажется, пистолетчик мы сейчас опять проиграем. Ну, давайте попробуем береты, не знаю, может, и вправду получится. Я просто не помню, как у меня пистолетики настроены. Под дигл или под берет. Ну, давайте с ним попробуем. В прошлом, по крайней мере, на прошлой пистолетчике я закупал дигл и проиграл. Давайте на этот раз с беретами. Опа, да тоже получилось, а нет, вот он с револьвером, на него уже, конечно, опасненько выходить. Вол, ну и даже его получилось. Что вы такие за рейджер, кто вас учил играть? Просто типа, даже я вас побеждаю, вы что, серьезно? Я вообще плохо по рейджу играю, ну ладно. Так, я думаю, все, со скаутами еще их нормально будут тапать, поэтому все окей. 5-4 мы, кстати говоря, уже везем, неплохо. И хаешку на всякий случай закупим. Пойдем, я думаю, за этот, ну типа того ванвейчик, да, ну вот этот станем. Только не фейкдак, нет, давайте лучше вот здесь постоим. Да, их все-таки двое как-никак, поэтому мне нужно сразу на два фронта как-то стараться играть. Так, ну один слева там уже хочет меня пикнуть, я вижу, да? Опа, давай. Один, все, теперь один остался, получаешь, дядя. Он все спамит в чат у меня почему-то. Я не знаю, как это отключить, если что, не знаю. Возможно, в конфиге дело, возможно, нет. Я не хочу сейчас искать, как это выключать, поэтому все равно. Ой, я броник не успел до конца закупить, но да ладно. What do you have? Кряк, сейчас им напишу, только чуть позже. Я не хочу сейчас отвлекаться, где они идут там. Что за флешка у вас тут, зачем? Кряк. Нет, ладно, мне лень печатать, надо играть как-никак. Надо побеждать эту игру. Давайте, ребята, пикаемся. Опа, получаешь. Да ты пикаешься, конечно, прикольно. Нет, ну, я думаю, я тоже так пытался, но не, забей. Так вот, хаешка оттуда попасть, челика. Ну, выходи. Он выходит, я его тут... Давай. Ай-яй-яй-яй-яй, мой офикейшн, мой челик. Ну ладно, минус один раунд нам. Давайте сейчас попробуем, кстати говоря, другой конфиг загрузить. Или нет, давайте нет, эту клаточку с люсером доиграем по-любому. Броник, этот скаут и все. У бота хотя бы эмочка есть. Ну хотя бы так, неплохо, окей. А, все, присоединился мой челик обратно. Жаль. С ботом, я думаю, все-таки было бы все равно лучше. Так, здесь я кого-нибудь дамажу, нет?
Нет, окей, никто не хочет. Пойдем что-то далее за колонну встанем, если успеем. А мы успеем, да, все хорошо. Так, отлетаешь, все, теперь играем один на один. Вот теперь можно просто реально стоять и просто выжидать, ни о чем не париться. Опа, пробежал, все, хорошо. Вот теперь ты там был заперти, и я тебя забрал. Почему он... Как я его тут забираю? Ну, ладно, мне это нравится. Да, в этом раунде, я думаю, что можно купить? Ну, я думаю, фул раскид и на всякий случай дигл. А, и набор сапера, да, я тоже думаю, надо, потому что, мало ли там, надо будет время, мне придется тянуть, чтобы задефать, да. И если не будет щипцов, и мы проиграем раунд, это, конечно, будет обидно. Поэтому давайте на всякий случай себе это мы оставим. А они отсюда вообще идти, что ли, не собираются? Ну, и тут вставать, я думаю, тоже вообще не варик, поэтому... Можно обойти, в принципе, да. Ой-ой-ой, нет, опасненько, опасненько было, согласен. Отойди, не стоп меня, пожалуйста, спасибо. Ну, давай попробуем, почему бы и нет, кстати говоря. Просто их тут будем ждать. Анти-эйм инверт, я думаю, вот так вот, да, лучше оставить. Давай, подходи, подходи. Так, все, один отлетел. Давай следующий. Я уже low HP, в принципе, ты можешь на меня выйти нормально, я надеюсь. Давай, подходи. Ну же. А, ладно, вышел и дал. Красавчик, уважаю. 7-7 счет. А, это уже решающий раунд, я что-то даже не заметил. Да почему сразу с карты? Ну ладно, пусть будет с карты, спасибо, давай фул раскид и дигл. Ой, вместо дигла надо было что-нибудь другое, думаю, закупить. Да, ладно, оставим, давайте так. Кому-то сейчас скорострелочки тут заберу, нет? Пожалуй, стат. Тут же где-то шилось вроде, почему не шьется? Так, ладно, погнали. Пусть они сами подходят. Отойди хотя бы, чтобы тебя не забрали немножко, типа, вдруг ты там заберешь кого-нибудь и все. Так, вот, я не знаю, мне на них, если честно, немножечко стрёмно уходить, потому что со скорострелочкой, мне кажется, у меня может и не выйти. А, нет, один отлетает, в другом сейчас хаешечку мы такую забросим. И хорошо, пусть дамажит. А, ну хотя бы на 6 хп дамажит, тоже неплохо. Так, сейчас мы вот такой вот мем туда кинем, пусть там подгорает. Нет, я вот, лол, он вообще нормальный, с 94 хп ему. Я прям совсем близко сейчас подойду. Давай. Ух, забрал, окей. И последний решающий раунд. Либо ничья, либо победа. Но у меня, если честно, и ничья, в принципе, очень даже устроит. Давайте докупаем хаешку, молек. И, в принципе, все. А, нет, броник до конца тоже закупаем. И Зевс, я думаю, мне не нужен будет в этом раунде. Я думаю, не надо мне тут выпендриваться, а тут еще и проиграем. Ну, хотелось бы победить, но и если даже проиграем, ничего страшного. Потому что ничья меня устраивает и вправду. Но вы пойдете уже по разным углам, то есть по разным фронтам, или вы тут только собираетесь идти. Ну что это за прикол? Это... А, нет, согласен. Сейчас я немножечко подсдал, даже об этом не подумал. Думал, ну ничего, один раунд сольем, но будет ничья, хорошо. Я, в принципе, реально доволен. Мне просто карточка понравилась. Thanks for the game, goodbye. Все, мы давайте переходим сразу же к следующей. Только нужно из поиска убрать карту Overpass. Let's go. Карту Overpass мы убрали, и нужно еще убрать конфиг, я думаю, на легитне сначала загрузить, на всякий случай, да? Где тут катана, легит, все, и лот. И еще вдруг что, типа кто-то не понял, чтобы скины-то у вас отображались, я первую карточку не показал, я в ней это объяснял. Типа я загрузился на карту, загрузил конфиг, а скины не загрузили. Чтобы они загрузились, вам нужно зайти во вкладочку skins и нажать вот здесь вот лот, если что. Ссылка на телегу в описании. Опа, инферно нашлась, let's go. Автоацептов не было, жаль. Так, вот мы с вами загрузились, значит, на карту Инферно. Я пока что один единственный у нас тут. Тут пока что буду играть с ботами. Ладно, пока мы ждем остальных игроков, ребят, я бы вас очень хотел попросить подписаться на мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее имеется в описании. В ней масса всего интересного. Публикуются новости о досах в стримах, интересные опросики, постики. Также мемчики, кстати говоря, если хотите свои, предлагайте в предложку, я их также буду публиковать. Хеллоу. Со мной уже тиммейт разговаривает, меня это радует. Так, ну ладно, в общем-то, все. Ждем, пока у нас все челики приснятся. А там уже 1-3-6-0, возможно, это тот же самый челик. Ну да, наверное, да. Еще, кстати говоря, ссылочка на телегу мою имеется в описании, так что вот, переходите там, подписывайтесь, если хотите. Да, я understand you from Russia, давай тоже. Все. Понимаю. Только можно без мата чуть-чуть, пожалуйста. Хорошо. У меня мама рядом стоит, если слушает, она может ругать. Спасибо. А я тоже. А хочешь, я читы скачаю? А ты будешь качать? Не могу, это аккаунт на миссии. Этот аккаунт что у тебя? Миссии выполняю. Ну окей, так, ладно, загружаем конфиг. Да какой в прошлом раунде мы вроде с конфигом люцер катали? Давайте на этот раз конфиг Вилкас. Опа, все, let's go. Я видел, как я быстро скачал, а канал знаешь? Канал Найт, канал Найт. На ютубе канал Найт, вот рекомендую, практикую, да, вот, let's go. Так, плеерс, давайте чампсы, кстати говоря, визи был немножечко сделан какими-нибудь вот такими хотя бы, что ли. Что-то мне совсем зелененькие не нравится, если честно, или фиолетовыми вообще какие-нибудь. Может, оранжевыми какие-нибудь, красными почти. Какие-нибудь такие пусть будут. Так, ладно, скаут закупаем, запукаем. Флешку, молик, смог, хаешку тоже давайте оставим. Так, вы собираетесь на меня уходить, дети мои?
Да, выходит. Ну, давайте только по одному, пожалуйста. Опа, один. Все, дальше ты. Давай, 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 пикай. Ну давай. Мисс. Один мисс, окей, один мисс зарегистрирован. Давайте дальше. Я тебя просто буду ждать. Ну что мне с тобой тут? Ты вас двое, я один. Давай, подавайся. Опа, получаешь. Я ему вроде бэктега зарядил. Не надо мне, оставь себе пока что чуть-чуть. Я пока что сам тут закупаюсь, и все нормально. Так, все, по фулам закупаемся, потому что мой тиммейт, если что, все равно. Слышь, ну почему? Ну почему ты так говоришь? Ну не надо так, пожалуйста, говорить, ладно? Он говорит, что я бесполезный, зачем? Ну не надо меня дезморалить, пожалуйста. Так, ну я уже low HP, если что. А, уже прям совсем low HP, 3 хп, ё-моё. Так, тебя там мы там будем забирать, нет? Опа, получаешь, дядя, давай, и ты. Фух, получилось 3 хп двоих забрать. Не, прикольно, прикольно. Кряк вантапа. Вандам, слышал такой, вот это он. Вантап. Так, ну у меня, в принципе, фулан закуплен. Давайте береты закупим, пусть будут, окей. Я опять же сюда на дефолтную позицию встану. Я почему играю на одном и том же месте, можете вы меня спросить, да? Потому что их двое, и мне реально страшно. Мне реально страшно, поэтому мне я как-то вот эта позиция, с этой позиции у меня залетает. Давайте я на ней лучше пока что и останусь. Выходи еще раз, пожалуйста, ну. Да ты вряд ли сюда нормально хаешь, летит у тебя. Ну да, видишь, говорю, уж не так кинешь. Я вот постоянно там одного забираю, потом это выходит, я его тапаю. Ну, не всегда получается, конечно, тапать, но часто. Он, кстати говоря, нормально вышел, я мог бы его забрать. Но что-то тупанул, так скажем. Опа, подходи ко мне. Опа, получаешь. Страшно, очень страшно. Последний раунд, первая половина. Ну давай, так, Айвик точно закупать я не хочу. Страшно, а что тебе страшно-то? Не, мне ничего не надо, закупайся как хочешь. О, с Айвиком, давай, давай. Так, я опять же на эту позицию встану, потому что... Нет, ладно, давайте пропушим чуть дальше, окей. Я не против. Вот, ну все, один отлетел, но зато у меня 91 хп. А то есть меньше, чем у него. Не-не-не, давай меня такое не устраивает. Давай-ка сюда отпрыгаем. И вот теперь его будем ждать тут, я думаю. Все, не пикаво, давай, будь со мной на всякий случай. Вдруг ты раунд там затащишь. Я тебе еще буду говорить, где он. Он идет слева, 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 идет слева. Давай, подходи. Ну, а, я не успел чуть-чуть пикнуть его, окей. Все равно просто ожидаем. Все в ожидании, он все бегает тут. Ну да, ладно, мы будем бегать, ну да, он сюда. Я, короче, где он, там и я, понял? Вот и все, вот так и следи. Так, ну, хаешки, он что-то пытается, я же говорю тебе. Ты до сюда вряд ли их докинешь оттуда. До меня, отсюда, короче говоря, оттуда он до меня вряд ли докинет хаешку нормально. Хотя вообще не знаю, можно, не можно. Ну типа, просто видите, он, если, чтобы он откинул до меня хаешку, ему нужно нормально выйти, прям. А если он нормально выходит, то я его тапаю, как-то так. А сейчас мы переходим за Т-сторону, а это на ХВХ, если что, слабая сторона. Не знаю, как у нас получится вычистить эту карточку на этот раз или же нет. Так, вот мы за Т-сторону, что закупим, я думаю, с билетами, так же, как в прошлый раз. Да, с билет меня вроде бы вывез. Все, давайте так, так и попробуем, let's go. Что? Твои цифры мне киносят какой-либо смысл? Я, ну, не знаю, там просто цифры вот. Давай, давай, давай. О, да ладно, да ладно. Почему? Сейчас пистолечка типа реально будет опять за мной? Она в прошлый раз я первую пистолечку отдал, вторую забрал. А, и сейчас так же. Ну, давай. Я не знаю, почему они так миссят с револьверами и с диглами по мне. Но мне это, если честно, нравится, конечно же. Давайте броник закупаем. Ну и скаут, понятное дело. Надеюсь, этот раунд также будет за нами. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Ну, наверное, да, я уже вторую катку с ними играю. Прошлую катку вот прям подряд. В прошлой катке у нас ничья была. Давай по другой стороне пойдем. Так, иди прям за мной, все нормально. Ай, давай, 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 давай. Ну-ка, опа, один. Второй меня дамаг взял. Ай, да ладно, забрал, забрал, красавчик. Так, ну что ж, один раунд все-таки они забрали, как-никак. Хорошо, я, в принципе, даже рад. Давайте броник и скаут. Не, у меня пока что все хватает. Ну, можешь берет скинуть, если хочешь. Ну, уже ладно. Так, по какой стороне пойдем? Я думаю, по этой у меня лучше, да, получается. Так, как отвернуть бы их? Вот так или вот так? Как правильнее? Если честно, я даже не знаю. Давайте так пойдем. Все, let's go. Подходи, пожалуйста. Так, все, один отлетел. Оп, ставь плент, иди ставь плент быстрее, все нормально. Все, не сюда же. А подожди. Да все, куда хочешь, иди. Ладно, нормально. А, почему-то, когда, я понял, у меня на капслок стоит микрофон, и когда я зажимаю капслок, почему-то у меня чит сам не стреляет. Ага, так что разговаривать меньше надо, понял, не отвлекай меня, инфу давай, когда что я говорю, делай, понял, слушай меня. Вот и все, давай. Хорошо. Спасибо. А, я закупаюсь, а мне ничего закупать-то не надо, в нас пуши собрались, мадама, давай, let's go. Оп, да ладно, у меня бэктрек там косил, то я его забрал. И тут сейчас я заберу челика, что ли? Мол, с чем они играют, мне интересно, вот реально. Решающий раунд. Ну давайте, что закупим? А, ну у меня в принципе береты, мне больше так-то ничего не надо. Что-то по снаряжению, все.
А, и full раскид, все. Если вам интересно, ребят, как я закупаюсь без меню закупки, это в моем конфиге, если что. Такие бинды стоят, их там очень много, переставлять все бинды я не хочу, как-то так. А, вот, а еще, если что, ссылочка на скачку моего конфига есть в описании, так что качайте, если хотите. Но, еще раз повторяюсь, в нем реально очень много моих биндов, поэтому не знаю, будет ли вам удобно с ним играть. Как... А, не пикают меня прям даже так не очень, ну реально. Так, ты собираешься? Проходи, давай. Почему он у меня мануалами? А, ну все, нормально. Так, уже космолово, нормально, фух, и забрал. Все, давай, спасибо, спасибочки за игрушку. Нет, я в соло играю, спасибо, пока, будь здоров. Пока, пока. Пока. А мы переходим к следующей качке, я думаю, третью, только без инферно. Let's go. Опять же напоминаю, то, что ссылочка на группу ВКонтакте есть в описании. И на телеграм-канал тоже имеется в описании. Еще также добавляю себе друзья в ВКонтакте. Ссылочка на мой ВКонтакт есть в описании, если хотите, добавляйтесь. Опа, нашлась Риалта. Я, кстати говоря, Rage Config так и оставил. Кстати, Риалта надо было убирать, я же на ней не играл. А, нет, это была первая качка на ней, я ее все равно не ставил. Давайте на Риалта и покатаем. Так, вот и загрузился на карту Риалта. Так, у них там пока что только один Найс, и бота мы еще ждем. Rage Config, если что, также не отрубал. Я надеюсь, они сразу же подрубят. Это будет клуха нормальная, прикольная, да? По крайней мере, мне остается только надеяться. Так, у них все присоединились, танкисты, Найс. Ну, понятно, мне кажется, это по Легиду сейчас надо будет играть. Ну, потому что реально, что-то они не выдают там ничего прикольного. Давайте лот. И подходи сюда. Ну, я же спалился. Давай. А, меня там забрали. Опа, со скрастелочки, кстати говоря, забрали. Может, ты там рыджуху подрубаешь? Вот что там? Have rage enemy, да? Давай, скажи. Майнгли, что же там very well? А, овник, овник горит. Давай, овник. Нет, все, можно загружать. Нормально. Опять же, загружаем моего любимого Люцера. Где он тут? Люцер, ло АД. Так, и байбот опять же нужно быстрее выключить. Миск и байбот выключаем. А, ну все, видели, как сразу же люцер моего любимого загрузил, сразу же все поотлетали. И еще раз, опять же, да, я начал лагать антиаим, фейк лаги до шестерочки отпускаем. Так, ну что, качка у нас начинается. Танкист у них остался там. А, нет, у них Найс играет софтом, да? Ну давайте против Найса поиграем, окей. Так, закупаем, я думаю, снова береты. И все, в принципе, что мы... А, это, я думаю, что выпало, это мой пистик выпал, окей. Так, я пойду, наверное, сюда, вот на самую ближнюю дистанцию. Я надеюсь, сюда кто-то пойдет, да? Нет, никто сюда не идет. Танкист у нас вообще через Эпса пошел. А, нет, у них же Найс точно софтом играет. Я уже и забыл что-то совсем. Так, давай подходим. Получаешь, все окей. Танкист пишет ясно. Но я надеюсь, ты не будешь отрубать. Пожалуйста, пытайся там до последнего, может что-то получится и все такое. Так, закупила, значит, скаут, флешку и смог. Смог это, если что, если вдруг там танкист решит под меня моли кинуть, чтобы я смоком, если что, смог потушить его. Смоком, да, смог его потушить. Опа, а, это я легитер вынес. Давайте теперь Найса. Мисс один. Мисс, нет, не мисс, окей. Забрать можно, почему я его на ходу не забирал, не понял. Я еще такой стою там, и стою так. Пошел и встал. А он меня даже не попал. Что вообще сейчас произошло? Что? Я что-то вообще не понял, если честно. Так, ну ладно, давайте забудем. Давайте хаешку лучше докупим. И все. А, у меня две флешки. Но флешками тоже, в принципе, на ХВХ нужны. Если кто не знал, если офлешить рейджера, то у него перестают работать фейки. Вот, антиаим у него перестают работать. Как так? Так, пикайся. А, вот сейчас двух тапчиков сразу обоих забрал. Прикольно. Только как вот это все-таки выключить, я не знаю. Можно это выключить, нельзя это выключить вообще. Я не хочу сейчас в любом случае это искать, так что давайте так и оставим. Если что, ребята, это уже исправили. Просто так вантап ничего там не спамят, так что все окей. А, ты вообще в Рашу играть, что ли, не хочешь, или что? Сколько у моего челика? У него один минус, у меня пять. Понимаю. Так, Найс, почему ты отключил? Ты типа все уже вообще потерял всю надежду или что? Так, этого тоже я заберу. Угу. Ну ладно, в общем-то, ребят, это, в принципе, каточка. Понятное дело, то, что мы ее заберем уже наверняка. Так что я думаю, что на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, пожалуйста. Также добавляйте себе друзья в ВК, если что, и на телегу. Я вас прошу, подпишитесь, да, там ссылка в описании. А если вас интересуют приватные читы, то ссылочка на мой второй канал Space тоже имеется в описании. На нем публикуются видео с приватными читами. И без читов я на этом канале тоже играю. В общем-то, все. Всем спасибо за просмотр. Покеда и хорошего всем настроения. Мониторит, наверное, думаешь, что я компьютер. Она подарит мне губы, губы так сильно на топе. Она меня мониторит, но мне теперь тут почему-то так похуй. Я заболел, мне так плохо. Я заболел, где мой доктор? А-а-а.